Джулдашбек Умуров вот уже 35 лет работает водителем. Только недавно он сел за руль этого нового электробуса. Мужчина в восторге от нового транспорта. По его словам, он отвечает всем современным стандартам. На этих электробусах очень удобно перевозить пассажиров. Двери пока не закроются, электробус не едет. Это обеспечивает безопасность. Общественный транспорт оборудован кондиционерами, пандусами и специальными камерами. Стоимость проезда установлена в размере 10 сум, и он обслуживает пассажиров с 7 утра до полседьмого вечера. Новый транспорт начнет курсировать по городу Нарын с 19 августа. «Мы безмерно рады новому транспорту. Это создаст для жителей города Нарын большие удобства. Нам сказали, что еще завезут 7-8 новых троллейбусов. Приятно видеть, как развивается город». В целях обеспечения жителей города Нарын общественным транспортом на 66 миллионов сумов было закуплено 5 современных электробусов с зарядными устройствами. Полномочный представитель президента в Нарынской области торжественно вручил ключи от нового транспорта. Также Алтынбек Эргешев отметил, что в будущем в области появятся троллейбусы. Кроме этого, будет уделено внимание ремонту и восстановлению дорог в городе. «Мы реализуем проект Нарын инновации. На эти цели предусмотрены денежные средства в размере порядка 1 миллиарда сумов. Новые электробусы были приобретены в кредит сроком на 7 лет под 4%. Выплата общей суммы начнется со следующего года. Кредит будем оплачивать за счет средств местного бюджета. При оплате кредита у нас есть год каникул. С выплатой проблем не возникнет. Для новых электробусов были подготовлены стоянки, а водители прошли специальное обучение. Кундуз Кадатаева, Джазгуль Субалиева, Нурсултан Болотбеков, Нуркас Абдрахманова, АЛАТО 24, Нарынская область.